Здравствуйте, получила вашу посылочку вчера. Удивилась, когда вас свежо не увидела, что с Сибири на Урал нужно было через Домодедово и пролететь. На следующей неделе пойду сажать. У меня был такой скандал дикий. Вот. Тоже кто-то жил на Урале или в Сибири, а посылка ушла в Домодедово. Вот. А что я могу сказать-то? То есть она думала, что я вообще выслал куда-то в другой конец страны. Ну, досталось мне, нервы помотали. Вот мой ответ. Официальный мой ответ. Ответ железу. Идет грабеж. Надо было написать. На почте. Вот и все. А прилетает и вам, и мне. Представляете ли это? Сам, вон они. Там, я с вас беру 300-400 рублей за пересылку. И доплачу еще почти столько же. Боюсь вас пугать. А мне надо, чтобы она зашла за 5 дней. Все же просыпается на ходу. А почему? А потому. Так почта работает. Вот это вот тоже ученый совет. Потом мы еще к вашим тем вернемся. Но они все начинаются вот с этих деревьев. Вот женщина растила больной сажень. Присылает мне фотографию. Почему больной? Вот эти стенки, их бы взять ножницы, отрезать, и он бы не был бы таким. Псимидоли высоко. Ненормально. Они тянулись к свету, им свет нужен. Видите? Но это был 16-й год. А я учу, 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 и вдруг происходит ко мне. Вот любуйтесь. Павел, добрый день. Пожалуйста, перешлите Валерию Константиновичу. Она умница, она молодец. У нее тут 10-20 этих. Все взошли эти самые персики. Ну, и в то же время надо по рукам. А если это в тепле? Я не знаю, я ответил. А вот теперь срочно, а она потом написала, спасибо. Вот это все отрезать. Они теперь, знаете, как тянуться будут? Вот так же еще хуже. Вот этого нельзя допускать. А я таких фотографий уже устал вот это, смотреть и воевать. Вот это все пропускаю. Такой ответ готов, такой, ой, ё-моё. Видели мою фотографию? Я так хотел поизгоряться. Но жду реакции. Вы знаете, когда-то, и это тоже. Вот. Видите, вот тут вот игрушка обрезана. Знаете почему? Вот она обрезана. Вот. Это ловкость рук этого компьютерщика. Чтобы, когда говорят коловидное, самые умные отрезают вот так. Штамп отрезает. А это просто свешивается обыкновенная ветка. Это не коловидная эта груша. Это обыкновенная груша. Вот так отрезают. А вот тут отрезали, видите, вот срез, вот тут срез. И теперь все будут думать, что у него штамп есть. А здесь поленились, тут отрезали, а отрезать штамп забыли. Вот это наша норма, понимаете? Вот. Теперь, вот это я все пропускаю. Впереди большая разборка. Вот. Я им дал паузу, паузу, паузу. Вот. А вот это Сергей, вот это самый порядочный садовод, я считаю, если, наверное, есть еще такие порядочные, но порядочных уже некуда. Вот такие посылки. А вы помните посылочки, где два десятка саженцев, вот такой вот коробушки, вот такой, два десятка саженцев. Смотреть, это тошно. Вот это настоящий питомник.